День знаний – это праздник не только школьников. 2 сентября торжественно открыли дошкольное отделение в новом корпусе школы номер 50. Здесь детей будут обучать с помощью самых современных технологий. Подробности в нашем сюжете. Открытие нового детского сада стало праздником для 80 детей и их родителей. 2 сентября они смогли посмотреть, где будут заниматься дошкольники уже с этой недели. Ребята и родители поделились своим мнением. Мне очень понравились музыкальные игрушки разные очень. Куклы, театр. Очень сильно нравится. Мне нравится ходить в садик, потому что в нем новые игрушки. Супер, все новое. Асфальт, игрушки. Вот, все прекрасно. Раздельные туалеты, да, что очень немаловажно для детей. Кухонька маленькая в каждой группе, это супер. Игровые площадки. Детский сад расположен в новом корпусе школы номер 50 в микрорайоне «Юность». Для него есть отдельный вход, отдельные игровые площадки. В то же время ребята смогут из сада перейти в первый класс школы. Так детям будет проще привыкнуть к переменам. В микрорайоне «Юность» очень большое пятно застройки. И, конечно же, очень высокая потребность в дополнительных дошкольных местах. Что касается выбора цветовой гаммы, расстановки оборудования, также все осуществлено с учетом существующих нормативов и санпинов. В детском саду есть все самое современное оборудование – проекторы, компьютеры, обучающие материалы. Воспитатели уверены, что с такими возможностями детей можно будет подготовить в школе не только по обычной, но и по дополнительным программам.